Хранение и сбыт виноводочных изделий разных наименований, видов и емкостей в количестве всего 85 300 бутылок немаркированной алкогольной продукции, подлежащих обязательному маркированию, было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов в складских помещениях, расположенных по улице Заречная города Хасавюрт. Данная гражданка, она хранила у себя в складских помещениях, приобретенные еще в феврале месяце этого года, виноводочные изделия, как она утверждает, у неустановленного лица. И осуществляла их продажу по цене от 50 до 100 рублей. В общем, за это время, с февраля месяца, она получила выгоду в размере 2 миллионов рублей. По словам юрисконсульта отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Майи Ахмедовой, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт оперуполномоченного уголовного розыска об обнаружении признаков преступлений. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы доследственной проверки, которые указывали на наличие в действиях Дагаевой признаков преступления, предусмотренного пунктом «Б», частью 6 статьи 171.1. В действиях неустановленного лица признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьи 175 УК РФ. На сегодняшний день уголовное дело принято к производству, проводятся следственные мероприятия. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».